Приветствую всех зрителей. Недавно на просторах интернета я наткнулся на интересную миссию для Digital Combat Simulator, а именно тренер полета строя. Эта миссия предназначена для тех, кто не состоит ни в каких сквадах и хотел бы потренироваться в пилотаже именно за ведущим. Здесь бот в качестве ведущего. Если вы эту миссию скачаете и запустите, то вам в самом начале, во-первых, будет предоставлен выбор самолета, на каком вы можете полетать. Возможно, в редакторе можно и другой самолет поставить, я пока это не пробовал. Дальше вы появляетесь на взлетно-посадочной полосе. Вроде как по инструкции надо не двигаться, пока ваш ведущий не начнет движение. А как только он начнет движение, вы за ним выруливаете на взлетно-посадочную полосу и летите, слушая его команд. Конечно, такую миссию-то можно нарисовать и самому, просто поставив бота и целую кучу вейпоинтов исследовать за ним. Но здесь, во-первых, есть озвучка, то есть бот не просто летит, а дает команды, и вы, ну, на английском, но тем не менее понять его не очень-то сложно. Команд всего несколько, и вы хотя бы понимаете, когда он собирается там поворачивать влево-вправо, наборы и так далее. То есть, ну, благодаря озвучке, по крайней мере, проще предугадывать его действия. Ну а вторая фишка этой миссии в том, что есть оценка ваших действий. Ну, точнее, насколько хорошо вы держитесь в строю. В правом верхнем углу есть время и процент, когда вы, во-первых, находитесь в строю, это параметр, и когда вы находитесь в плотном строю, это perfect параметр. И я так понимаю, что цель миссии, чтобы и параметр, и perfect параметр был по 100%. Если такое получилось, то, видимо, у вас достаточно таки хороший навык пилотирования, и в конце вам еще и выставляют очки, когда заканчивается упражнение, и выдают звание. Также, покуда эта миссия, ну, ваш, точнее, ведущий взлетает и садится, вы можете не только потренировать полет строем, но и полностью пролететь от взлета и до посадки, то есть хвостиком сесть за ним. Поэтому, ну, по крайней мере, для таких небольших практик по пилотажу, в принципе, как по мне, миссия вполне нормальная. Поэтому, если она интересна, я ссылочку на оригинал оставлю в комментариях. Переходите, скачивайте и наслаждайтесь полетом, тренируйтесь для того, чтобы хорошо летать и пилотировать. Ну а на этом я заканчиваю данное видео. Всем успехов и до встречи на канале.